20 октября свои двери распахнет «Добрый шкаф». Благотворительная акция вновь соберет вещи для нуждающихся. На этот раз откроют рекордное число пунктов приема. Волонтеры будут ждать неравнодушных жителей округа по 12 адресам. В Люберцах места сбора организуют в Доме офицеров, Центральном и Наташинском парках, Культурно-просветительском центре и Центральной библиотеке имени Есенина. В Краскове «Добрый шкаф» будет работать в Культурном центре и детской школе искусств «Гармония». Сделать доброе дело, не покидая поселка, смогут и жители Малаховки. Сдать вещи здесь можно в парке культуры и отдыха и поселковой библиотеке. Тамилинцев будут ждать в Центре культуры и семейного досуга и молодежном клубе. В Октябрьском «Добрый шкаф» расположится в культурно-досуговом центре поселка. Пожертвовать можно одежду, обувь, бытовые химические средства, новое постельное белье, игрушки и книги. Вещи нужно привести в порядок и упаковать. Пункты приема будут работать 20 октября с 11 до 15 часов. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.